Я сама работаю уже третий десяток. Я пришла работать сюда технологом, но потом села пошить, и все, вот уже третий десяток сижу, шью. Я тут за все отвечаю, и заказы распределяю, и заказы формирую, и отсылаю заказчикам. Сама сажусь, подшиваю, потому что работы сейчас достаточно. И шьем разные флаги. РФ-овские шьем, РФ для Кремля мы шьем тоже флажки. Коммерческие флаги у нас, рекламные флаги. В общем, всякие флаги мы шьем. Работы достаточно. И гордость, и радость. И когда президент выступает, мы видим наши флаги, это гордость зашкаливает. Но свои флаги мы узнаем закрытыми глазами, если можно так сказать. У нас бывают разные обшивы и разные флаги. Вот здесь мы исполнили все заказы строго по описанию, которые нам заказчик присылает, ну, то есть менеджер присылает нам. Мы обшили все, идем на утюг, отутюживаем, приводим в эстетический вид все, чтобы было красиво, хорошо. Формируем заказы, все по номерам, все строго по заказам, потому что у заказчика могут быть много наименований. Сейчас много, вот Запорожскую область шьем, новые районы наши, тоже много заказывают.